Всем привет! Решил выпустить новый формат видео. Пожалуйста, своими лайками укажите, стоит ли такое делать или не стоит. Если видео наберет 50 лайков, тогда я буду продолжать это делать. Ситуация следующая. Я в магазине нахожу многие товары, которые, считаю нужным купить, либо наоборот, считаю, что они бесполезны, и о них у меня будет маленький мини-обзорчик. Допустим, которые только вышли, обзора еще на них нет, но я разобрался с этими товарами и понимаю, что этот товар мне нужен. Вот возьмем пример следующий. Допустим, NFC-метки. Пусть этот товар не очень свежий, но тем не менее, я считаю, что этот товар пригоден для использования в широком даже плане. То есть, что такое NFC-метка? NFC-метка – это короткое поле передачи данных, которое дает импульс телефону, чтобы он выполнил какое-то действие. NFC-метки используются во многих местах. Они, не знаю, уже им, наверное, лет 8-10 точно, наверное, есть. А сейчас даже некоторые пульты оснащаются, допустим, у LG новый пульт, который будет при прикосновении к телефону будет передавать изображение сразу на телевизор. Есть колонки, которые при присоединении, при прикосновении телефона к колонке, она сразу коннектится с телефоном. Но это не главное. Но мы не об этом. Сегодня я расскажу о NFC-метках Xiaomi, которые используются в приложении Mi Home. Эти метки можно использовать для включения ручного сценария. Какой сценарий вы напишете, это уже совсем другая история. Я, допустим, для себя принял решение. Мне вот нужно отключить сигнализацию, которая у меня в квартире. Мне нажимать кнопки в Mi Home не настолько удобно. Насколько я подошел бы, с телефон достал, прислонил, где-то в подъезде, да, и сигнализация, естественно, снялась, я спокойно зашел. Эти метки можно использовать в автомобиле. Эти метки, самое главное, можно использовать в том месте, где нет Wi-Fi. То есть в том месте, где есть Wi-Fi, мы можем использовать любые выключатели, любые кнопки, Wi-Fi, ZigBee и так далее, и тому подобное. Также можно использовать эту метку для переключения частоты роутера. Не частоты роутера, а переподключения к другой частоте роутера. То есть, допустим, роутер 5-гигагерцовый и 2,4 гигагерца. Мы можем переключаться буквально одним прикосновением к телефону. Можно использовать, наверное, и другие метки, не Xiaomi-шные, но это нужно проверять. У меня этих меток пока нет, я об этом не могу сказать. Вы в своих комментариях можете написать, если вы что-то знаете об этом. В комментариях вы можете под такими видео писать свои товары, которые бы вы хотели видеть на обзоре. Это будет микрообзор, мини-обзор, там экспресс-обзор, но он будет знакомить вас с какими-то товарами. То есть эти метки, вот вы видите, на них можно что-то свое написать, чтобы мы не забывали, что это такое. То есть там включение того или иного сценария, либо еще что-то. То есть переключаться на Wi-Fi. Ну и вот я считаю, что эта метка имеет право на жизнь, и я считаю, что ее можно купить. Тем более цена ее не очень высокая. Лучше сразу покупать,
их продают минимум по две, лучше покупать их сразу больше, потому что, ну, вы обязательно найдете применение этой метки. Тем более у некоторых продавцов эта метка, ну, чем больше ты берешь, тем она становится дешевле. И мини-обзором я хочу вас познакомить сегодня. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Но опять же повторяю, если вас какой-то товар нашел, если вас интересует какой-то новый товар, вы можете под такими видео просто оставлять либо название того товара, который вы хотели бы видеть в экспресс-обзоре, либо прямую ссылку, лучше всего не на мобильную версию там магазина AliExpress, Banggood, либо еще какого-то, а лучше прямую ссылку на из веб-браузера. То есть это будет гораздо лучше. Либо пишите просто название, что есть там новый Gateway, там он не, M2, да, без проблем найду, расскажу, что это такое, как им пользоваться и кому он нужен. Вот если такое видео вам нравится, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!